день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами серьги. Золото 585 пробы красные. Будут с фианитами, с белым золотом, с алмазочкой, с пескоструйкой. В общем, всякие-всякие разные. Так что, как всегда, садимся поудобнее, девочки. Берем кофеек себе, чаек, пироженку. И наслаждаемся просмотром. Данные для заказа, как всегда, у вас бегут на экранчике. Плюсом, кто пропустил, они в описании к видео. Так, серьги у нас в основном идут от компании Atoll, новосибирская компания. Но тут попадается еще немножечко аквамарин. Выбрала какие полегче вам сегодня сережечки, чтобы было, как говорится, не так дорого. Потому что золото день ото дня растет, как на дрожжах. Так, начнем сейчас. Главное поймать фокус. Вот такие вот сережечки с фианитами. Бело-зеленые под изумрудики. Английский замочек. Пробы всегда на сережечках ищем сзади. Вверху замочка, внизу замочка. Здесь замочки маленькие, вверху не получилось, так что две пробы внизу. Вот такая вот прелесть. Но это, скорее всего, либо на девочек, на дочек, на сестричек, либо во вторую, в третью дырочку, потому что замочки, сами сережечки достаточно маленькие. Артикул S641, цена 3870. Повторюсь, ставочки, фианиты. Здесь в основном все и будет фианиты, либо просто без ставок. Похожие дорожки, только двойные. И здесь они идут бело-синие. Так, давайте сейчас по цене сразу. Артикул S667-1, цена 5370. Двойная фианитовая дорожка. Фианит под сапфир. И фианит светленький. Замочки тоже маленькие, поэтому либо во вторую, третью дырочку, либо на девчоночек. Это прям небольшие. Хотя, либо у кого совсем небольшая мочка, прям на миниатюрных барышень-эльфиков, тоже можно. Далее. Давайте сразу буду с артикулом. Артикул S4087-36, цена 6230. Здесь они сделаны под конго, английский замок. Вперед очень выдается. Похоже, как будто у вас сережечка конго кругленькая обнимает мочку. Здесь идет белое золото, красное золото 585 и алмазная насечка. Такая очень интересная она и по бокам, и продольная. Пробы вот здесь уже будут, да, тоже сзади на замочках все. Вот такая красота. Маленькие, на каждый день. Такие серии одел. Когда не знаешь, что одеть, надел и пошел. И такого же плана еще одни. Артикул S4087-32, цена 6460. Здесь идет тоже белое золото матированное, красное золото матированное и такая немножко по диагонали, немножко, знаете, как паркетик укладывают, вот такая вот насечка идет. Можно вот так на ушках расположить белым от себя, можно белым кусочками все к себе. Следующее. Так, это у нас уже аквамарин пойдет. Вот такие полуцветочки. Артикул 33090, цена 6500. Здесь алмазная гранка по белому золоту. Вставочки идут. Тоже английские замочки, даже чуточку-чуточку занижены. Сейчас веревочку беру. Вот такие полуцветочки. У аквамарина пробы. Здесь замочки пошире, получается, и сверху, и снизу над замочком. Следующие очень яркие. Много алмазки.
Артикул S20-4, цена 6910. Красное золото. И очень хорошая такая шахматная глубокая алмазка. Очень прилично занижены замки. И тут, судя по серьге, вполне места для полной мочки тоже хватит. Пробую сверху и снизу по замочкам. Вот такая красота. Тоже немножко похожа на конго. Видите, они такие достаточно выпуклые. По этому же типу с белым золотом. Красное и белое. Артикул S20-3R. Цена 7000. Здесь идет по диагонали алмазка на красном. Краешки белого золота. И по ним шахматные алмазочки. Вот такие вот блестяшечки. Мы же сороки, мы же любим блестяшечки. Тоже занижены замочки. Очень хорошо маленькие обнимают мочку серьги. Такие нежненькие, все легкие. Так, цветочки, лепесточки. Артикул S2044. Цена 7740. Белая дорожка из белого золота с алмазкой крест-накрест. И вот такие вот листочки. Тоже очень хорошо занижены замки. Здесь вообще на любую мочку уже идет сережечки. Пробую вот все сзади. Листочки очень нежненькие, крупные прям. Уже пошли крупненькие серьги. Так, далее у нас опять аквамарин. Заодно замочки проверим. Так, с белым золотом. Артикул 33064, цена 7870. Вот такие здесь листочки, лепесточки. Краешки тоже из белого золота с алмазной огранкой диагональной. Занижены замочки. Пробы вверху, внизу. Вот такие вот загогульки, даже не знаю, как их, цветочки или закорючки, листочки. Что-то маленькое и нежное. Так, следующее. Здесь вообще очень хорошие замочки. Сейчас покажу поближе. Артикул S5076-1, цена 8460. Здесь просто полировка идет и алмазка по диагонали. Очень прилично занижены замки. Тут на самую объемную мочку. Мне кажется, даже на маленькую мочку, возможно, надо будет силиконовую заглушечку сюда. Прям крупные, хорошие замочки. И вот, как мы любим. Все нам золото, что блестит. В этот раз специально выбирала поярче. Все любим поярче, что блестело, что было видно. Похожего плана. Здесь белого побольше. Артикул S5069-12, цена 8370. Опять же, немножко они похожи на конго, видите, достаточно круглые, хорошее занижение, миллиметров 5, не меньше. И опять крупные замки на любую мочку. Здесь получается полировка и три дорожки из белого золота сходятся, и на них алмазка крест-накрест. Так, следующая очень интересная моделька. Вот такая. Артикул S5187, цена 8420. Опять смотрите, какое хорошее занижение. Крупные замочки. Здесь без белого золота. Алмазка по красному. В серединке. Такие графичные серьги. Интересненькие, необычные. Так, далее у нас пошли серьги-дорожки с фианитами. Классика. Артикул S26942, цена 9960. Классическая дорожка, хорошее занижение, достаточно большой замок. По 3 фианита в
каждой сережечке. И просто полированные, как бы получается, шарики. Шарик красного, фианит, шарик красного, фианит. Ну, это классика. Серьги-палочки, серьги-дорожки. Это основа ювелирного гардероба, в принципе. Так, орехи. Кто забыл, напоминаю. Орехи — это вот такие вот пузатенькие сережечки. Разной степени крупности, так скажем. Артикул S1-1. Цена 9420. Здесь прям классика. Здесь и белое золото. Белое идет с такой вот елочкой. Красный вообще все в шахматном. Ограночка идет алмазная. Все очень хорошо блестит. Смотрите, какая красота. Пузатенькие, заниженные. И опять на любую мочку. Смотрите, какие хорошие замки. Шикарно. Очень блестит. Люблю вот так поиграть на солнце. Просто шик, девочки. Они во все стороны брызгают вот этими искорками. Не знаю, через видео, если получится, я думаю, тоже увидите. Так, цветочки. Алмазка. Артикул S2080. Цена 9960. Тут по кругу получается в перемешку красное-белое. На нем алмазочки такие волной, как будто лепесточки вырезаны. А серединка, как у подсолнушка, ну, вот такая в шахматном порядке. Тоже очень яркие, немножко похожи на клипсики. Опять же, очень хорошее занижение. Смотрите, насколько здесь занижено. Поэтому она и будет сидеть как клипсочка, закрывать дырочку прям по мочке. Со стороны будет похоже либо на клипсу, либо как будто у вас в ушках пусеты. Тут замочков практически будет не видно. Так, опять орехи. Тоже очень красивые. Выбирала, ну, самые яркие. Самые блестящие. Сейчас на лето. Артикул S1-15. Цена 9920. Смотрите, здесь получается по красному золоту алмазка вдоль всех серег крест-накрест. И в ней еще в каждой ячейке вырезана, еще выдавлена, как язычком такая елочка тоже получается. Получается много-много граней, все блестит. Замочки занижены на любую мочку. Так, лепесточки, цветочки. Вот такие. Артикул S1953, цена 9280. Так и не приспособился. Либо так кушку, либо так. Ну, тут поиграйте. Полировка и вот два гребешка, так скажем, с алмазкой крест-накрест. Тоже очень хорошее занижение. Больше 5 миллиметров и большие. Сейчас леску уберу. И большие крупные замочки. Вот такая красота. Не знаю, как комета, что ли. На что похоже, девочки? Так. Следующее. Ну, это по типу орехов, только они немножечко вот такие суженные. Как предыдущие орешки были, тоже здесь идет крест-накрест. И внутри еще алмазка. Это артикул S13-18, цена 9420. Немножко сужены они к низу. Замочки крупные. Тут занижены, ну, прям чуть-чуть, чтобы дырочку закрыть. Замочки на любую мочку. Вот такие вот уголочками. Так, следующий у нас по типу конга, но на английском замочке. Конга в следующем видео как-нибудь покажу, тоже много. Артикул S2029, цена 9460. Здесь получается одна половинка белое золото, чуть ниже сделано. Красное золото чуть повыше. В общем, в ушки как будто у вас сразу две сережечки одеты. Видите, они припаяны. Одна чуть выше, одна чуть ниже. Как раз занижение на дырочку закрыть и очень много места под любую полноту, длину мочки. Можно опять же белым к себе, белым от себя. Очень красивые, такие стильные. Смотрите, какая красота. Так,
Следующее. Здесь у нас идут с фианитами листочки. Артикул S1367-2, цена 10510. Вот в таком листике получается припаяно. Припаян диск, и на нем из фианитов цветочек. Замочки чуть-чуточку занижены только на дырочку. И опять посмотрите, какие хорошие замки на любую мочку. Фианиты, видите, не завальцованы. Каждый вставлен в открытую дырочку. И будет все это, опять же, очень сверкать при свете и при электрическом свете. А золото само очень хорошо полировано, и все это еще и отражает. Тоже интересные серьги, хорошая моделька. Так, классика. Любители классики. Это классические серьги с одиночным фианитом. Артикул S2230, цена 11420. Собственно, классический фианит в лапках кропанах по 4 лапки. И вот тут небольшое такое ответвление, чтобы сережечка казалась пошире. Занижены немножечко замочки, только чтобы дырочку закрыть. И опять же по замкам на любую мочку. Места здесь предостаточно. Высоко посажены фианиты. По бокам тоже не закрыты, не завальцованы, чтобы свет у вас со всех сторон. Это опять же классика, то, что в каждой шкатулочке должно быть. Так, ну и уже вариации на тему классики. Покрупнее серьги с тремя фианитами. Артикул S1376, цена 11880. Крупный фианит в центре, два помельче по бокам и вот такая молния зигзаг. Очень хорошо здесь закрывается дырочка. Обратите внимание, у кого проблемы. Очень приличное занижение замка. И замки идут на любую мочку. Крупные фианиты красивые. Смотрите, как изящно все. Так, дорожки. Дорожки с голубыми и белыми фианитами. Артикул S25909. Цена 11370. Так, фианиты здесь под голубой Sky Topaz. Очень яркие. И выложены цветочки из мелких-мелких фианитов. Вот такая получается сережка. Опять же, очень хорошее занижение. Сейчас поближе. Очень хорошее занижение и замочки на любую мочку. Здесь, как говорится, все дело в цвете. Очень ярко и очень хорошо сидит на ушках. Это уже проверено. Мы как раз своей коллеге на выставке тоже она себе подобрала точно такие же. Так, следующее. С белым золотом у нас идут и цветочками. Артикул 26366. Цена 11830. Здесь еще вставочки фианиты. Фианиты идут в центре вот в этих вот цветочках нежненьких. То есть получается верх вот этой капельки из белого золота цветочки с фианитами. И здесь просто полировка красное золото. Занижены замки. Тоже очень прилично. Очень нежненькие капельки и необычно они смотрятся. Тоже такое ощущение, как будто две сережечки, знаете, такие или выпуклые 3D на ушке. Так, следующие серьги. Это у нас пескоструйка с алмазкой. Артикул S5205, цена 11650. Пескоструйка, техника, при которой вот как будто вот песочком напыляется золото сверху еще. Хотя оно так отливается, но выглядит как будто вот песочек такой мелкий-мелкий. И по нему крест-накрест по всей длине здесь еще сделали алмазку плюсом. Сами серьги идут белое и красное золото в перемешку каждый ряд. И опять же это все, девочки, нереально блестит.
Замки практически не занижены и на любую мочку подойдут по полноте, потому что места здесь предостаточно. Смотрите, покручу, очень красиво все переливается. Так, следующий у нас пусетки. Это нам девочки-менеджеры подсказали, что это у нас последний хит под очередной там Булгари. Так, сейчас я их пытаюсь сфокусировать. Это у нас артикул 2609, цена 12690. Здесь черная эмаль выложена, вот здесь пуговка эта. И love, любовь, три раза повторяется на каждой сережке. Это тоже из эмали. Пусетки закручиваются, замочки прям приличные. Даже скалы пока еще тугие, не разработанные. Так что открывайте, будете с небольшим усилием. И эта часть получается с эмалькой Love подвижная. На самом деле мы прикинули, очень стильные серьги, ненавязчивые, легенькие и очень вот красивые с эмалькой. Так, далее. Вот такая у нас шахматка с белым и красным золотом. Артикул S26425, цена 12150. Тут получается как немножко такие камушки. Красные с полировками, оно идет вверх, выпуклые. Белые полировки идут вниз, выпуклые. И получается эффект, что вот они в разные стороны опять все это блестит. Видите, как будто они в постоянном движении что-то там все время. Вот за счет этого создается эффект. Здесь наружу чуть-чуть выпуклость, там внутрь. И вот очень красиво все это сочетается. Опять же, очень хорошее занижение и замки на любую мочку. Стильные тоже серьги. И на каждый день, и на выход очень яркие. Так, еще смотрим, девочки, смотрим. Фианиты пошли. Артикул S80. 851-9, цена 12150. Цветочек из фианитов и три кольца как бы под кортье, напоминание о трех кольцах кортье, хотя их уже сейчас и 5 и 7 единых. И вот в этих колечках, собственно, фианит. Замочки занижены чуточку, на любую мочку подойдут. Серьги широкенькие, яркие, прям хорошо заметные. Тоже, я думаю, будут смотреться как клипсики такие в ушках. Потому что, видите, замочка, если вы его закрыли уже на мочке, его практически не видно здесь. Очень интересные такие серьги-пуговки с фианитами. Так. Еще одни с белым золотом. И фианиты здесь. Артикул S26359, цена 13790. Получается здесь белая вот эта часть идет из цветочков с фианитами. И здесь по бокам полировочка красное золото. Занижены замки очень хорошо. Очень красивое резное кружево цветочное. Такие серьги сами по себе получаются объемные, пузатенькие, при этом легкие. Любые ушки, в принципе, выдержат. Серьги не тяжелые. Так, еще более объемные, выпуклые серьги. Очень крутые. Артикул S1966, цена 13290. Кажется, как будто, опять же, несколько серег. Серединка у нас такая немножко сатинированная с ячеечками. По бокам полировка. Очень хорошо занижены замочки. Обратите внимание, опять же, у кого проблемы. И вообще на любую мочку. Очень-очень крупный замок. Опять же, у кого наоборот тонкая мочка, пишите, будем вам добавлять заглушечки силиконовые, чтобы вот сюда пододеть. Потому что места тут прям нереально много. И серьги нереально крутые, смотрите, можно так на ушки, можно так, будет очень хорошо смотреться. Так, что у нас сердечки? Ну, мы же девочки, поэтому
Не могли мы не привезти сердечки. Очень уж они хороши. Сейчас я их разложу. Объемное сердечко на английском замочке. Оно с двух сторон. Все-все объемненькое, пузатенькое. Артикул S596, цена 14 200. Английский замок чуточку занижен на любую мочку. И вот такое вот пузатенькое, просто полированное сердечко. Ну, прелесть прелестная. Вот такая красота. Так, и заключительный у нас. Тоже классика. Ну, здесь уже немножко с выдумкой. Очень интересные серьги. Здесь и белое золото, и красное золото, и фианиты. Просто полировка, ничего лишнего. По диагонали по 5 фианитов в каждой серьге. Так, артикул мне сказал. Артикул S26188, цена 15 290. Очень яркие. Смотрите, какая красота. Даже вот комментировать не буду, но они действительно очень красивые. Занижены замки, замки на любую мочку. Так, данные опять у вас для заказа все внизу видео. Также все ссылочки в описании к видео. Напоминаю, что отсылаем мы сразу всегда все в подарочных коробках, поэтому вам дополнительно ничего покупать не надо. Плюсом у нас всегда идут открыточки, так что тоже, если вы заказываете в подарок, ничего вам покупать не надо, мы уже все за вас оформим и сделаем. Вам осталось только, собственно, выбрать нужные вам серьги. Так, напоминаю, что мы сегодня, если кто пропустил все-таки, что мы смотрели золото 585 пробы от компании Atoll и Aquamarine. Вот, так, что еще не сказала? Все вроде сказала. Остались вопросы, пишите, звоните. На витринку постараемся, конечно, все оперативно выложить. Если чего-то не нашли, пишите по любой из ссылочек. А я вам желаю приятного дня. Да, не забудьте отписаться в комментариях, как вам все понравилось. Всем пока-пока!